Всем привет, с вами я, Ромчик. И его подписчик Дима. Сегодня мы будем играть в развитие впервые без Марка. И для начала я заменю себе комплект, потому что брони, потому что он у меня полностью израсходовался. Повезло то, что был запасной. Ромчик. А все, Дима, сегодня мы будем искать доме Диме. Ура! На первое время мы ему, может быть, поможем даже чем-нибудь. Я ему дал железную все, ну так как у нас было два комплекта. И так, сейчас, Дима, я немножко тут свои доделаю, а то Марк косячит. Ага, это ваш сосед, да, который вас еще убить-то хотел? Да, он наш сосед. Так, все окей. Сейчас, Дима, я приду, ты пока там. Мы сегодня пойдем искать Диме место, где он сможет жить. Не, реально не заходит что-то. У Шурика что-то не заходит. Что случилось, Шурик? Просто, смотри, пишет, короче, выполняется вход, потом пишет соединение по серверу и всякую американскую хрень. Так, все, Дима, росток я тебе дам на первое время, потому что тяжело найти деревья. Так, ну пошли искать. Я тебе возьму специально булыжник, чтобы проверять, на приватчен или нет. А где есть палка для этого? Палка для привата? Ну, у меня есть топор для привата и палка для привата. Так, это за приватчен. Надо нам потом что-то сделать, чтобы... Опа! Дима! Вот здесь вот не заприватчено. Стоп. Хочу кое-что проверить. Нет, Рома, я просто хочу понять, а тут много территории за не заприватчено. Ну давай так сейчас попытаемся грабить. Да, Рома, реально что не пишет, короче. Ну смотри, как бы за тобой чел очень мудро сделал, который... Ах. Подожди, сейчас, короче, я другим способом поступлю. Тут как бы чел вообще не приватил, я тебе хочу сказать. Как бы, Дима, тут тебе хватит места. Стоп. Я не понимаю, чел, а почему ты не приватишь? Может, твой дом... Потому что он, наверное, не умеет приватить. Ну, блин. Мне так хочется его дом снести, но мне все напишут, что это Гриферсон. Ну, надо же. Стоп, Дима, а вот здесь вот заприватчено? Так, здесь забрал. Нет, хотя смотри. У него как бы вот здесь вот заходит. Не, ребят, не заходит. Прошу, вообще надо строить дом. Давай, вот смотри, вот твоя зона, как бы. Ой. Тебе ее хватит? Да. Дерево, Рома, как? На не все переводить. Ну, в принципе, можешь перевести все, так я пока здесь дорублю камень. Так, надо будет потом построить рельсы между нами. Так, но пока можно будет опешиться. Ты что, из такого дерева хочешь? А что? А, да нет, просто что-то тут все из этого дерева. Ты побольше можешь? Я переделаю потом. Так и ты побольше бы сделал, мне кажется. Ты коробку хочешь? Я, Рома, сейчас посмотрю, как я это все сейчас буду строить. Сейчас мы посмотрим. Ладно, давай. Сегодня серия будет полностью... Так как нет у нас магазика, я буду полностью помогать Диме в строительстве. Так, я пошел свое дерево дорублю. Если у меня там что-то взросло. Тут кто-то делает шахту точно такую же, как у нас. Так, деревья все не растут. Так, сейчас я тогда пойду в шахту схожу. Я ж полезную вещь хотел сделать из камня. Так, полезная вещь. Есть еще камень? Да, куча камня. Кверстыка. О, как у меня печки с текстурпаками, как реально.
Ой. Шурик? Шурик, ты нашел дом? Шурик, это ты? Да, я. Как так у тебя получилось? Короче, я просто свой ник поменял, да и все. Я просто, я как бы набрал такой ник, как бы так сказать, трудный. Сейчас подожди, мне звонят. Роман. Что? А у тебя есть дерево, если что надо? Ну, дерево. Я тебе верну. Да ладно, мы вообще-то так тебе... Так только смогу. Мы вообще-то тебе помогаем, поэтому... То у меня пока такой... Я вообще вот не знаю, что это за сервер. Ну как, я смотрел видео. Нас вот сейчас мы тут играли, голодные игры записывали, и Рома меня позвал. Вместе с Шуриком. Блин, как я долго, конечно, крафчу все эти. Так, Рома, ты где? Так, лестница. Так, Дим, ты там пока справляешься? Ну, как бы у меня дерево кончилось, я сейчас я хочу найти. Ну, как бы, ладно, давай. Сейчас. Ну, давай, пиши ко мне. О, Шурик! Нифига, вы тут уже развелись-то. Да, развелись. Да я не могу, блин, у меня это... Давай, дочь. Ладно, Дима, я сейчас прибегу к тебе, не надо. Шурик, выбегай. Слышь, Вов. Что? Убегай, я дверь открыл, я дверь открыл. Это, можешь, ну, как бы добавить в приват? Так не я. Рома этого не умеет делать, это Марк делает. Да, это у нас Марк день. Так, блин. Сейчас Дима... А вы что, ты сейчас у Марка спросить не можешь? А он, у его синий. Так, блин. Что я хотел? Так, тебе, да, дерево нужно? Так, Ром, ты меня нашел? Сейчас я к тебе пробегу. У меня есть 22 досок, правда, немного, но нормально. Пока сойдет. Ну, не пока, но просто у меня больше нету. О, ничего себе, тут фигура человека, офигеть. Ясенка! Я провалился. Ром, ты замечал эту фигуру, офигеть? Да. Так, ну, на, Дима. Не всегда такое, если честно. Короче, давайте я свой дом буду строить. Рома, спасибо. Ладно, давай. Там проверяй на приват везде. Тебе помочь найти или ты сам? Ну, подождите, давайте я сначала в твоем, около твоего дома поставлю сетхоум. А так ты, если что, ко мне можешь тпшить, у меня же стоит сетхоум. А, ну вот, ладно. Дима, если надо, еще могу принести. Да не, пока не я просто. Я тут размеры дома просто смотрю. Рома, смотри, вот я тебе написал кал. Ты что испугался-то? В смысле? Нет, просто... У нас такой Шурик? Шурик? Нет, просто ты долго зайти не мог, и я думал, не грифер ли это? Хотя я... Не, ну просто смотри, я набрал как бы такой ник сложный, как бы психопат. Нам как бы там символы не те, которые нужны. Ну я так думаю, типа, я даже на максимально не мог зайти. Ой, эндермен. Тут крест поставили. Дима, если что, у меня больше 2 стаков. Где? О, подожди, тут дом не заприваченный, походу. Ну... А, не заприваченный, блин. Дима, если что, я тебе сказал, у меня больше 2 стаков. Ага. А почему у меня... А. Тут что? О, тут не заприваченный, здесь я буду строить. Рома, тут точно, да, нету грифера? Они как бы... Ну, нормально, Дима. Я как бы прожил с этим домом, понимаешь? Я прожил вот с этим домом, когда он был не запривачен, очень долго. Так, вот здесь вот у меня какой-то косяк вышел. Ром, я к тебе телепортирую. Разве его с Марком сами не построили? Почему построили мы его с Марком вместе? Так, давай только если что я в шахте. Ром, там мне камешка еще принеси, пожалуйста. Ну сейчас я в шахте, я его выведу. Не, ну я про то, что ты когда из шахты вернешься. Так, нет, я тут, в принципе, не для камня в шахте, я для того, чтобы сделать нормальный спуск. Ром, знаешь, так, короче, типа, смотрю твои видео, да, по развитию. Так, короче, все-таки я здесь побывал, где хотел.
в этом сервере. Я думаю, что-то тебе предлагаю как бы развиваться, думаю, а почему бы не на твоем сервере, типа. Блин, жалко. Ром, я в ловушке. Какой? Я в, твое, я в твоем доме. Ну ты пишешься ко мне. Сейчас, секунду. Опа, ничего так пролагнуло. Ты в шахте? Да-да-да, но тут ты выберешься, я думаю. А где, где? А вот, нашел. Эм. Да-да-да. Угу. А зачем ты в мой дом пошел? У меня такой вопрос. Трррр. Зачем ты в мой дом пошел? Не знаю. Просто так. Как ты в дом зашел, погоди. Я это, на стену прыгнул, короче. Да, в дом зайти можно, Дима. Но из него проблема-то в том, что не выйдешь. Вы сделайте крышу, а то гриферы там всякие, знаете. А чё он нам грифер сделает? Ну, зайдет он. Но он нам ничего не сделает, потому что он, во-первых, сам же попадет в ловушку. Я, кстати, только в этой серии додумался до того, что... В принципе, если это защита тоже от гриферов некая. Так, а чё, тут не запривачь? Ну ладно, тогда тут, тут свой дом построил. А тут уже запривачно, ладно. А вам есть у тебя дерево? А, у меня есть. Давай опять тпшиться, правда, придется. Не, ладно. У меня свое пока что есть. Так, здесь сейчас построим. Стоп. Я хотя бы основание построил. Свой дом потерял. Ты свой дом потерял? Я сейчас буду бегать искать его. Дим, так ты там садхом. Ты его уже построил, что ли? Ну, как бы я там сделал основание. Ну, понятно. Опа, тут факел. Так, Ром, есть дерево-то? Давай, ты пышешь. Я поступил безжалостную схватку. Подожди, я садхом поставлю, чтобы не заблудиться. Сет. Дима, ой, да, я тебе... Я не думал, что ты тут садхом. О, тихо! А, это ты? Это ты? Представляешь, да. Собственной персоной. Господи, ты что, мой ник стандартный не знаешь? Ты мой ник стандартный не знаешь, что ли? Ром, я к тебе кал. Давай. Дашь мне дерево только? О, я эндермена встретил. Только дай, пожалуйста, дерево. Сейчас забью. Немножко дерево, да? Да-да-да, сколько? Меня достали эти мобы! Так, ты где, Шурик? Я тебя не вижу. Ну, вот я. О, все. Сколько дерева? Да, много. Все, да, все, что есть. А с Эдхом работает, да, тут? Да. Спасибо. Тогда и выйти, выйти, выйти. Выходи. Спасибо. Тут прокопай блок, который... В смысле? Смотри, вот потолок. Ребята, на меня загрелся эндермен. Ну, дальше тебе схватки, что. И здесь тоже. Да-да-да, ну все, я понял, понял, понял. Я понял. И я в этой серии позанимаюсь шахтой. И здесь, да? Да, и там тоже. Давай, покопай, короче. Удачи тебе. И тут тоже, и там тоже. Давай. Ты поаккуратнее. Не лезь под кирку. Тут тоже. А, нет, все тут не надо. Да, спасибо. Ой, какая длинная шахта. Тихо. Полегче. Меня сейчас эндермен замочкарит. Нет, Дима, убегай. Так, убеги, чё. От эндермена бежать, хорошо, вы сказали. Ах! Так, типа, нормально тебе, как бы... Ну, типа, сказать. От эндермена не убежать. Так, ладно, я на отметке 9 буду копать сейчас. Разутай. Вот, я на... Рома, если я тебе сейчас отошлю кол, ты меня примешь? Да. Все. Ты умер? Да. Все вещи потерял?
Я потерял свой дом, я потерял свои вещи. Ура! Ну, как всегда, короче. Как всегда-то. Ничего не так, меняется. Так, сейчас, Дима, я из шахты выхожу. Не надо. Дима, это мне надо. Смотри, сейчас ты, я выхожу. Да, мне выдали кетстартер второй, Да я тебе... Так, ты тпшься ко мне, я тебе могу дом показать заново твой. Ничего тут! Подожди, Дима, у меня тут схватка с двумя пауканами скелетоном! Ну, еще с зомбями! Я тебе помогу. А извини, не могу, потому что у меня просто... Так, все. Все, сейчас принимаю. Все, я принял. Второй, крипер. Куча криперов. Так, лично мне бы не мешало бы этой... Чёрт. А тут есть магазин? Да-да-да. Ой, я куплю, пойду себе дерево. Так, тут же коинсы зарабатываются. Не добыча ресурсов, не убийство мобов. А сколько? Тут же есть мани, да? Рома. Что? Ну, веди меня. Ром, тут есть мани? Что тут есть? Мани. Ну, деньги можно проверить? А, не знаю, вот это вот... А у меня $20, отлично. Я как бы играю по чесноку. Пойду куплю дерево себе на $20. Нет, пойду куплю водки лучше. Дима, идешь за мной? Да-да-да. У вас есть деньги, алло? Ничего у меня назад ты пишешь. Как приватить? Не знаю, я как бы никогда не покупал, кикстартером не пользовался, я играю честно. О, вам спасибо. О, тут чел, если чё. Так, ладно, его не будем трогать. А тут Z-Home не работает. Работает. Ты просто Home напиши. Попробуй. Ты Z-Home чтоб поставить, а Home взял. Z-Home слит. Как туда обратно деться? Шо? Home написать надо будет. Ой, продать сейф, купить сейф не будет. Так, мне нужно дерево. Так, еще $40 я считаю на 8. Песок? Зачем тебе песок? Нет, 40, говорю. Нет, Дима, песок. Рома, камень у тебя есть? Кто меня бьет? Рома, камень у тебя есть? Камни вот у меня завались. Дай мне. Дайте мне дерево, есть дерево, пацаны. Или есть деньги, дайте мне денег. Рома, там у меня алмазник загрелся. Дайте мне $20, пожалуйста. В смысле алмазник загрелся? В прямом смысле. Он тебя пытается... Ну-ка, где он? Где-то около моего дома. Ром, это я. Так, а где Дима? Это твой дом? Нет, это Димин дом. Гога. Реально круто. Да, я знаю. То, что... Ребята, вон там этот алмазник. Жмоть она. Нифига, реально жмоть. А его ударить? Дай алмазник погрохнуть. Нет. А его не ударить? Не, его не ударит, короче, ладно. А что с ним такое? Я его ударил, что ничего не случилось. Вип. Ну все, пошлите. Так, Рома, ну ты мне скинул камень? Нет, куда мне тебе его скинуть? Давай я тебе скину, Дима, вот, взад скину. А ты дешевый. Ребят, есть дерево, дайте дерево, пожалуйста. Вот честно, дал бы, но нет. Сейчас дам. Вот. Ну я тоже немножко смогу дать. Дай мне, ну хотя бы немножко, мне хотя бы, чтобы основание дома достигло. Ну, о, спасибо. Спасибо. У тебя самого-то есть? У меня 32 еще. А, ну ладно, я тебе сейчас что принесу еще. Так, оп. Так, вот. Так, ну вы, если что, сюда тоже заходите развиваться. Сейчас будем плевать. Как? Блин, опять залагал. Так, вот тут люди. Так, ладно, на этом я закончу запись, наверное. Сегодня она будет не такой длинной. Но сегодня мы привели еще в наш... Да, привели еще двух людей. Это Дима, мой подписчик, и Шурик. Всем спасибо за просмотр. С вами был Ромчик. Ну, сейчас, если, конечно, отлагают. Ну, ладно. Всем пока. Поиграли прикольно, поразвились.